Вот, друзья, смотрите, что происходит. Идет такой маленький экскаватор. Ему фанерку постелили, чтобы он травку не помял. Вот. Заходит на наш стокьярд. Вот он так мирно проехал на участок. И начнет, я так понимаю, землю снимать. Вот, собственно, друзья, экскаватор и делает то, что положено экскаватору. Это называется грейдинг, да, то есть выравнивание земли. То есть какую-то задачу мы поставили. Экскаваторы берут в аренду. Можно взять на день, можно взять на неделю. Вот на нем даже написано, видите, rent me, звони такой-то номер. Вот, так что в данном случае я не знаю, как они управляются с этим делом. Бывает, на один день придется, бывает, стоит тут целый месяц. Вот образовалась тут гора такая. Это не последняя. Земли будет много удалено. Когда смету делали, так думали, одна сумма. Когда пришли уже ребята, контракторы, давать цену, оказалось, что больше стоит, потому что, в общем-то, больше объем работ. А там уже у нас, смотрите, так разровнялось. Пойдем туда посмотрим. А вот тут уже, видите, как они ниточки натянули. Вот тут с приборами, с угольничками. Да, значит, что-то там они замеряют. Надо сказать, что машинка эта маленькая, но юркая. В общем-то, довольно быстро все происходит.